Молдаване с румынским гражданством могут поехать в Румынию для вакцинации от COVID-19. Об этом заявил посол соседней страны в нашей республике Даниил Ионица. Все румынские граждане имеют право зарегистрироваться на национальной платформе вакцинации. Как граждане Румынии, вы можете поехать в Румынию без проблем. Мы не закрывали границы для румынских граждан, сказал Ионица. Говоря о том, должны ли граждане Молдовы, имеющие румынское гражданство, оставаться в режиме самоизоляции после пересечения границы с целью вакцинации, посол ответил, что это зависит от того, на каком этапе они поедут в страну. Вакцинация против коронавируса стартовала в Молдове 2 марта с иммунизацией медицинских работников из отделения интенсивной терапии и отделений профиля COVID-19 вакциной AstraZeneca. Первые вакцинированные медики были из Республиканской клинической больницы и Института скорой помощи.